вот, Савинич. Вот, посмотрела в гостевой книге ваш новый фильм «Воспоминания о Боднаре». Хороший, душевный получился рассказ, искренний. Я всем советую. Потому что я слушал, рассказывал-то Алексей Юрьевич. Особенно порадовал видеоразговор с Немытовым. Если такие люди существуют, значит, еще не все потеряно. Так, Немытов существует. Так, надо с ним поддерживать связь. Если удастся, даже съездить к нему. Кто вам дорогу оплатит, Ирина Александровна? На вашу зарплатку или стипендию? Так, надо с ним познакомиться, посмотреть на его сад. Привет всем на связи. Не, если вас отправят в командировку, это было бы здорово. Вот. Так вот, дело в том, что вот оно связующее звено. Почему здесь я фотографию вставил, да? Дело в том, что вот такие плоды, пока редкость. Это на всей планете их несколько деревьев. У пианиста, вспоминайте, у Филиппева, у Чернобаева и у меня. Вот. И у каждого по одному дереву. Это и все. Вы представляете, что мы сделали с вами? Я отчитываюсь как бы. Дело в том, что это все серьезно. Фотографию показывал на предпоследнем вебинаре, где мы с длиной это резали. Вот. А потом, я когда, сейчас поймете, дальше пойдет разговор более практичный, когда вы сказали, поедем в Черемушки, вы там нашли мои железовские, эти же абрикосы, да, у своей знакомой. И у пианиста, вы знаете, к нему дорогу. Что я вам ответил? 20 лет они прожили в довольно мягком климате. Все. Ваша задача — максимальная морозостойкость каждый год. И поехал в Железов, никогда со мной не рассчитайтесь. И срезал вам 10 черенков, нет, 12 черенков своего единственного дерева под названием Поздний Филиппево. Ну, у меня еще есть молодое деревце. Вот, изувечил я его, так что должны будете. Чем рассчитываться, коньяком нет. Так, ладно, проехали. Это я к чему говорю? Это учеба. Вы сказали, поедем в Черемушки, и там дерево есть у этого, попросим черенков или купим. Что я ответил? Вот. 20 лет в нежном климате. Разница принципиально огромная между моим садом, вот, и садом пианиста. Это учеба. Это значит, что осталось пустяк. Я всем говорю, Леонид Александрович, я использую любую в это. Сергей Сергеевич, министр. Вот. Или замминистра, помните? Вот. Сейчас прошу прощения, так, как всегда, соседи без этих. Вот, замминистру той самой Елене Сергеевне обращаюсь. Каких-то 2 миллиона, вот, с моей помощью она вырастет сад, невиданный вообще, где вот это вот будет, знаете, как примерно на втором-третьем месте. Вот. А даже не на первом. С такими особенными характеристиками, невиданными в принципе. Вот такие дела. Типа, вот, каких-то пару миллионов, ну, не считая того, что хорошо бы еще расширить круг, а как, мы об этом поговорим. Ну, то есть, и к ним этого съездить, а как же. Вот, все, попался мужик. Вот, мы хоть не спецназовцы, но руки-то скрутим запросто ему, приедем и скрутим, скажем, гони эти черенки со своих этих сеянцев. Вот так вот будет.